Добрый день, мои дорогие подписчики. Прекрасное весеннее утро 22.03.21 год. Ручьи текут, солнышко прекрасное. Не хотела делать это видео, но все-таки говорят, кто стучит, тому открывает. Я бы никогда привыкла уже к нашим украинским дорогам. Об этом уже очень-очень много сказано. Очень много сказано разных анекдотов на разную тему. Если бы не писала письма 5 лет подряд нашему прекрасному мэру господину Филатову. Писались эти письма. Отправлялась на горячую линию. Очень много отписок у меня. Даже рассказывала. Здесь же всем понятно, кто эти дороги разбил. Сейчас расскажу, кто разбил эти дороги. Здесь недалеко грузовое отделение Новой почты. Эти дороги не ремонтируются 5 лет. Каждый год прошу хотя бы бульдозером проедьте и уберите эти ямы. Друзья, здесь ямы есть по 30 сантиметров в глубину. Я покажу сейчас, как пробираются эти бедные машины. Конечно, об этом уже очень много говорят. Рассказываем, говорим, рассказываем. А возле ныне тут. Значит, мне писали в последнее время, что денег на нас не хватает. Несмотря на то, что мы в этом городе все налогоплательщики. Но на нас, друзья, денег не хватает. Вот на эти дороги денег не хватает. Вот это 5 лет. 5 лет я пишу, рассказываю им, звоню на горячие линии. Они все время мне прекрасно отписывают. Горячая линия работает прекрасно. Они отписывают прекрасно. Все работают. Письма пишут. Контора працює. Сейчас я вам покажу, как пробирается машина. И все знают, кто разбил. Новая почта. И здесь не только Новая почта. Вы это... Это называется улица Софиевская. Я обязательно это видео отправлю опять же на горячую линию нашего мэра. Получили независимость от Киева. Получают деньги. Но... не заплановано. 5 років вони не можуть запланувати. Так заставьте. Рядом есть те, кто должен смотреть за этими дорогами. Вы же власть. Заставьте эту новую почту. Заставьте тех, кому ездят большие дороги и кто разбивает это все. Кому ездят большие машины. И такие дороги творятся везде, где есть грузовые отделения Новой почты.